Приветствую на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть в GTA 5 гонки по бездорожью. Итак, тут я только одну миссию не сделал, это сделал, но не записал. Это уничтожение банды. Да, что-то пошло не так. Давайте-ка вот сюда. Так, это что такое? Так. Ой, далеко, далеко. Так. Личный транспорт, парикмахерская. Тату-студия. Вот ты, блин, я-то думал, что-то доброе. Ладно. Давай, поехали сюда. Где-то за поворотом. Гонки серийных автомобилей доступны. Ладно. Татухи меня не интересует. А вот, подожди, оружие-то, да. Оружие-то надо закупиться. Стоять. Выходим. Как-то мы без оружия-то будем. Hey there, Trevor. Угу. Для начала бронежилет. Вот этот самый лучший. I think that you made the right choice. Так. They've been selling well this year. Вот этот вот возьмем. Got one of those myself. Предмет временно недоступен, блин. Ну ладно. Так, модифицировать. I'll be honest. Any pride in my work vanished a long time ago. Ну давай фонарик возьмем. Ну и патронов. Хорош. Чего у нас там? Also effective on unruly livestock, I've heard. Look after that, it'll last you for years. Скорострельность, точность. Ну давайте на классику. Ничего не будем менять. Так. Патронов взяли. Вот так вот. По полной. Модифицировали. Урон. I used to be independent, but ammunition have taken everybody over. Ну, этого дальность чуть побольше. Возьмем. Так, армейская расцветка, так. Нет. Ни хрена себе, 32 тысячи. Только есть закраски какой-то. Господи, какое расточительство. Давай. Whatever you're hunting, four legs or two, we've got you covered. Глушитель. Hope that works out for you. Нет, подождите. Вот так вот. Патронов давай. Поболее. Магазин большой емкости. Фонарик. Рукоятка. Так. Гранаты могу приобрести. Так. Взрывчатку не могу пока приобрести. Канистра с бензином. Hope that does what you need. Остальное пока тоже не могу. Ну и ладно, мне пока хватает.
Вот переодеться еще не помешало бы. Конечно, да. Так, и чтобы у нас конфуза не было, давайте-ка. Да почему так-то? Нет. Так. Я вот сюда запишусь. Все. Ехай. Эх, мне бы еще тачку на прокачку бы отправить. Ну, здесь поблизости-то нигде такого нету. Ладно. Опа. Блин, опа. Какая вышла. Опа. Ой, ну-ка уйди. Так. Поехали, поехали. Я не понял, мы что, на гонке едем, что ли? Эй. Ладно. А, нет, смотрите-ка, не на гонке. Вот и славненько. Выходим, идем в бар. Так, тут вроде нападение на нас будет. Нормально. Я все еще не обслуживаю. А как насчет этих двоих? Тот, кто победит, попадет в черный список. На. Он победил, в черный список его. Не могу, он мой муж, черт его дери. Он тебе в сыновья годится. Интернет отличная штука, не правда ли? Как бы то ни было. Ладно, налей мне стаканчик. У меня встреча. Ладно. Но еще один труп в моем баре. Клянусь, я перестану тебя обслуживать. Короче, хожу только и убиваю здесь. А, вот и он. Рад вас видеть, мистер Чен. О, нет, я всего лишь переводчик мистера Чена. Мистер Чен сейчас. Я что-то совсем окосел. А, странно слышал. Господи. Мистер Тао Чен, безмерно рад знакомству с вами. О, да, по нему видно. Знаете, это потрясающее знакомство. Давай. Добавьте меня в друзья. Это лучший момент в моей жизни. Господи. Что с ним, мать его? Обожаю, обожаю. Понеслось. Обожрался азиат. Я пошел. Не уходите. Прошу вас. Если вы уйдете, его отец будет убивать меня. Да мне надо насрать. Возможно, но мы слышали, что Тревор Филлипс Корпорейшн — это серьезный бизнес. Мы дадим хорошую цену. Дело... Поговорим. Мы партнеры. Делаем большие деньги. Я балдею. Я покажу вам производство. Пойдем. Поехали. Господи. У меня еще производство какое-то. Блин, блинский. Типа бездорожью. Вот так. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Тихо. Нет, мы будем вот так вот ехать, не будем срезать, потому что я тут неохота в заборчик какой-нибудь упереться. Так. И... We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Cheng Senior... Давай, у мистера Чена... Так. Это страшное что-то там или старшие. У нас мало времени. Наши гости. Ущёк, мистер Чен и его покорный слуга. Ладно, чувак. Рад знакомству. Тревор, у нас мало времени, скоро приедут. Всему свое время. Так, господа, прошу. Проходите, смотрим складские помещения.
Неплохо, да? Нормально. Места, места более чем достаточно. Мистер Чен, пожалуйста. Экскурсия продолжается после небольшого перерыва. Ну что, берем штурмом? Да, шеф. Давай. А вот и гости. Все идет неплохо. Кто еще остался? Да. Так. Ни хрена. Давай. Где-то один остался еще. Вот так вот. Ну, вроде неплохо справились. Давай, давай, давай. Ох ты, еще едут. Давай. Кто-то где-то еще есть. Я сейчас побью тебя. Можешь подождать? Ждите. I think they're coming through the shop. Let's get to the front. Did you just try to tell me what to do? Да ё-моё. Так.
Вроде неплохо. Ацтеки. Go back to the lab and get me a damage report. Так. I should check on the Chinese. Аптечка была, надеюсь. Не рассмотрел. Давай. Сортир, наверное. Что, получилось у нас отбиться? А? Что скажешь? Ну говори быстрее. Ладно, молчи. Пойду посмотрю, что с этими азиатами. Их поди выпускать уже можно. Давайте, выходите. Time to recommence the tour, gentlemen. Тут немножко постреляли мы. I think we have seen quite enough. Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Но мы даже не добрались до главной комнаты. Я потом заеду, подпишу контракты. На жмуриков не обращайте внимания. Эй, Тревор, мы все еще будем варить. Еще твою мать. Короче, наркоту варим здесь. Так, задание выполнено. Давай. Поехали. Так, что у нас есть? Блин, машину-то, чтобы прокачать, куда можно съездить. А вот сюда и поедем. Ну-ка, вот так вот. Все, машины исчезли. Ну, ладненько. Раз. Блин, на крутой тачке ездить, если прокачаем. Мне, кстати, интересно, как тачка прокачиваться. На, ты как эти столетники, которые охраняются законом. А кто забор поставил посреди пустыни? Что за идиотизм? Реально, что ли, так где-то стоит забор посреди пустыни? А? Взлетная полоса? Что-то за семья. Так, что тут у нас тут? I was starting to get all lonely out here. Fuck my knight in shining armor. Мой рыцарь в сияющих доспехах. Что-то я не понял. Oh, not this again. На. Мертв. Господи, охренеть. Ладно. Может, что-то не так как-то что-то было. Нашел что-то. Мне нужен автомобиль. Как мне нужен мой автомобиль-то? На. Ну я о какой сигнализации-то и речи быть не может. На. Вот так вот. Не следовало вам. Попай.
They were here for you. Here Здесь, тебя. Эти байкеры, после того, как ты кого-то там убил, и они портят всю мою собственность, да? Громят мой дом? И глянь на эту. Господи, статуэтку бессильной злобы. Вот так статуэтку просто сломали. Бритоголовые неудачники. Эти уроды. Я даже... Блин. Мат на мате. Ну ладно. Так, ну-ка стоять, эй. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. 45 лет, нашел его. Большой город, Тревор. Там много народу, хотя толку нет. Выясни, кто совершил это сраное ограбление, ладно? И живет ли там Майкл Таун? Или кто-то подходящий? Или закопают твоего кузена? Все понятно? Да, понятно. Спасибо, Уайт. Все, иди. Теперь улыбнись. Так намного лучше. Ну, вали. Ну что, Рон? Нам пора? Поверить не могу, что они разбили мою старую... Ладно, не важно. I gotta make a stop at Ammunation. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Блин. Ладно. Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Ага, we're about вот так to вот. Find out if that's true. Это правильно, что мы сюда. А это бог снайперской винтовки, да? Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate. That sniper on your wall looks like it'll do the job. She'll do nicely. Now I need a scope and a suppressor. Улучшенный прицел. Okay, there's the scope. Так. Get that look off your face. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Патронов побольше. Так, черная расцветка. Ну, вот такую я бы... давай вот такую вот покрасим тебя. У меня тут что-то открылось еще. Ва! Конечно. Гранат максимум, рукоятка, да. Фонарик, еще вот, прицел, давай. Так. Этот пока еще не могу. Какие-то миссии, видимо, выполнять надо. Недоступно, ладно. Подождем. Какой вот такое сойдет. Кто в этой майке алкоголички там? Опа. Ух ты, документ. Путь-то схожий, только почему на вот этом штуке. Наверное, вот этих и буду знариков там вытравливать. Ну да, кстати. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! Это я был не подготовлен. Yes, we are! I'm waiting at the water tower, boss! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Я наверх. Come up! Давай. Да, блин. Залазь давай. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Так, короче, я находил, как я понимаю, цель задания. The time is right. Go on, my son.
Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Если тебя будут грызть сомнения, вспомни, так. Да, Тревор, хорошо, понял. Now, relax. Успокойся. The ATV can only take you дальше so на квадроцикле нельзя оставайся, не попадайся на глаза. Can you see me, Trevor? Trevor? You see me? Да где ты? Over by the road. Так. Я тебя не вижу. You wouldn't believe this, а Ron. Вот он ты. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Давай, 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 давай. Shoot. Well, get a move on. Тогда шевелись. Just keep me covered, okay? Давай, я смотрю, смотрю на тебя. They gotta go. Good kill, Trevor. Hurry it up, Ronnie. Так. You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. Чё ты? Maybe if you shoot those lights on the tower, если стрелять их фонари вокруг пусть. So bright! Come on, man! Wrong light! The ones under the tower. Lights off! Good. Так. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Миссия провалена, да? Не надо было к тому валить. Ладно. Повторим нашу неудачу. Ой, то есть нет, как это неудача? Почему у меня такая громкая винтовка? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. You wouldn't believe давай, я вижу this, тебя. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Не стреляй. Don't shoot. Don't shoot. Ну давай. Hold up. Стоп, охранник у диспетчерской вышки, ну. Well, get a move on. Тогда шевелись. Just keep me covered, okay? Ну ты меня прикрывай, ладно? Good kill, Trevor. You're walking like you shot yourself. Move. Shit. I hear an engine. Так. Черт, кто-то идет. I already shot the lights, so you can calm down. Давай, я фонари-то пробился. А, когда он выйдет из фургона, чтоб не пиликал. Давай. А я-то его прям на ходу пристрелил. Нужно выяснить, что он задумал. Выясняем. Давай. Так, он звонит убитому. Вот так. Так, один вышел из диспетчерской. Вот пуля пролетела. Давай. Где он? This ain't a joke. He's gotta go. So long, sailor. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. Давай, да вроде. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill. So get over to that gas tank and plant the bomb.
Так. Вот так. Ты вообще сам-то что-то можешь сделать, кроме как ползать в кустах? Так. Ни в коем случае не задень бак. Вертолет, а. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Попробуй застрелить пилота. They might. Хорошо. На. Неплохо. Так, ладно. Хоть куда, покуда стрелять. Примени способность стрела, она поможет вам. Вы нажмите, когда на шкале... На шкале специальность будет заряд. Подожди ты. Я думаю, нормально так справились. Да ё-моё. Один остался. Так. Да иду, я иду. Вот так вот. Ни хрена себе. Это вот это фантастика, просто фантастика. Движение тела и пластика. Давай, кто там? На. Я не понял. А я на другом самолете, что ли? И вы думаете, что... Ну давай. Так.
The guy who's taking receipt of these guns is in a boat. Упать везет, как корабль не подалёк. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Пять. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. That guy is clinging on. Ай-яй-яй-яй-яй. Who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Это... Вы бросили Рона. Что я не бросал? Я за ним же летел, если не ошибаюсь. I told my contact to meet us just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Давай. Or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or other neighbors. Those in the south are Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections. Подождите так. Блин, господи. Как же это сложно с этими самолетами. Receipt of these guns is in a boat just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get off. Do a roll or something. Давай. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or other neighbors. Those in the south. Our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh, yeah. Давай. Хоть бы где-нибудь сохранялку здесь. Давай. Полет на время баз запрещены, не пройдите воздушное пространство. Господи, какое воздушное пространство, мне бы тут вообще было не разбиться бы. Опа. They got him. Shipment successfully delivered, Ron. Так. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Груз бросили. Давай. Обгоните Рона. Beat me and you'll see. Давай, еще чуть-чуть. I'm a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Давай. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. Давай. You're braver than I thought. Чуть-чуть надо. Значит, оружие идет в Мексику. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Да, в Мексику. If there's a market, this could be a way
Блин, извините, читать не могу на этой высоте. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. Блин, есть какой-нибудь автопилот и сделали бы. Так. Мне же главное выжить. Так, тормози! Поворачивать самолет с помощью. А, мне в ангар загнать? Давай, загоним. Так. Ага, я сумел! I think that was adequate restitution for my impotent rage. Достойно отомстили за мою старую. Это была статуя, понтовая фигура из дешевого пластика. Но духовную ценность деньгами не измеришь. Это правильно. Блин. Ух, так, блин, ломался самолетом. То есть, да, конечно, хочу. Ладно, хватит об этом, Рон. У нас еще много заказов. Тем, кто живет к югу от Большого Забора, больше всего нужны стволы. Тревор Филлипс Индустриз. Профессионалы, административные инновации, победители. Господи, какие слова-то. А теперь уйди, я буду медитировать. Или мастурбировать. Кстати, какая разница, это будет одно и то же. Так, теперь вы можете приобретать разноцветное имущество Сан-Андреас. Так, после покупки он изменит свой цвет. Так, можно купить. Ну давай, я куплю. Ёж твою мать. Ты... Давай быстрее. О, еще что-то с кораблем могу купить. Ну... Блин, некоторые имущества можно купить, играя только за определенных персонажей. Ну, это мы знаем. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Нет, я просто куплю этот ангар. Мне надо тачку на прокачку. Давай. Вот так все. Hey, не надо мне тут люзоблюдство. Вы купили полевой ангар. Здесь осуществляется сбор, перевозка оружия Сан-Андреас из него. Вы будете получать 5000 за каждую наземную операцию, 7000 за каждую воздушную операцию и премию за хорошую работу. Чтобы доставить контрабанду, сядьте в самолет или в баги. Ну, в багах-то можно вообще так заработать хорошо. Ну сейчас-то мне надо, это не для этого. А я не могу просто доехать из пункта А в пункт Б, предположим. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. Ой, хрена я здесь делаю. That'd be the radio we're talking on, man. Так, ладно. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Ладно. Поехали.
хоп. И хоп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, это я как понял, куда мне надо по миссии на баге. Ну давай глянем. Опа, да, опа. Опа, кушеньки. Поезжайте, будьте рядом с ящиком с оружием. Так. Вау, а мне еще и... Кто бы так вот... Доставит она. Блин. Блин, меня перестрелили. Провал, Тревор погиб. Да теперь знал, что можно было сразу отстреливаться, я бы вышел, бы перестрелял бы нахрен. Ладно, не поедем мы туда, поедем тачку прокачивать. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle with GPS tracking system, TV radio. Ну что ж, а сами, я думаю, все на этом. Увидимся в следующем видео. Пока.